Детские вещи от татуированных мужских рук. Осужденные колонии строгого режима вяжут для недоношенных малышей шерстяные носочки. Среди мастеров вязания Андрей Линов, один из героев проекта нашего телеканала «Я раскаиваюсь». Последний раз он брал спицы в руки 20 лет назад в детском доме. Но, несмотря на перерыв, моторика все вспомнила. Да, приходилось вязать в детском доме. Научили. Сегодня меня, получается, пригласил начальник отряда, сказал, что приедут люди, которые занимаются вязкой для детей. И решил вспомнить, как видите, получается. По статистике, в Алтайском крае рождаются сотни недоношенных малышей. Так, в прошлом году раньше срока на свет появились около 1500 детей весом до 2 килограммов. Все они нуждаются в шерстяных носочках. Шерстяные носочки нужны для того, чтобы был рефлекторный массаж стоп, для того, чтобы ребятишки не забывали дышать, то есть делали вдох, и реже у них случались апноэ. Ежегодно в рамках социального проекта «Дарю тепло» волонтеры вяжут сотни пар носочков. В добром деле вот уже шестой год подряд помогают алтайские осужденные. У кого нет навыков в вязании, координатор клуба «28 петель» дает мастер-класс. У меня детей нету, как бы, но для детей, конечно, да, я вот, видимо, мокрый весь сижу, как бы мне не получается, но мне очень охота здесь связать там свои, ну, чтобы моя пара была там тоже носочек. По традиции, теплые подарки от осужденных мужчин передадут в Краевой клинический перинатальный центр «Дар» осенью. Международный день недоношенных детей. Валентина Аскерова. День с толком.